Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня мы идем на игру бейсбол. Болеем за Blue Jays. Упс! Болеем за Blue Jays. Игра Blue Jays. Игра проходит в Роджерс-центре на одном из крупнейших стадионов Онтарио, который находится в самом центре города возле Синтаура. Билеты на игру стоят от $30, но наши билеты я выиграла на одном из фестивалей. Также в Роджерс-центре иногда проходят концерты. Во время игры стадион превращается в огромный аттракцион с батутами, лотереями, ресторанчиками и даже барами. Много сувенирных магазинов, где и я приобрела себе футболку. Вот игра закончилась, я иду домой. И, конечно, если вы приехали в Торонто, то я бы вам очень посоветовала сходить на игру. Это такой канадский дух и очень классный опыт. Спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. Это была Вероника. Всем пока!